Всем привет, сегодня у нас будет обкат данного МН-86. Ну и, как говорится, поехали. Первое испытание, это вот такая мини-горочка. Выглядит как мини, но на самом деле нифига не мини. Сейчас попробую максимально аккуратненько, медленько. Звуки очень плохие, но он проехал. Ну а сейчас практически невыполнимое задание. Нужно, даже я могу вам показать, нужно вот так заехать. Так вот, вот здесь проехать и выехать обратно. Для этого нам нужно отъехать назад и более вот так вот. Ой, как воет двигатель. Сделать вот такой вот кружочек. Гелендваген на штампах. Что может быть лучше? Опа, еще максимальный выворот. Ну, выворота не хватает, но в пару присеста все-таки справились. И да, он на изях справляется. Ну, почти. Сейчас мы попробуем проехать вот эту часть. Тоже максимально аккуратно. Сзади. Задом уперлись. Ну, едем дальше. Вот такой подъемчик нас встречает. Достаточно высокий. Давайте попробуем заехать в данный подъем. Всех женщин и девочек я поздравляю с 8 марта. Сегодня, кстати, уже 8 марта. Так что всех поздравляйте. Ну, а у нас вот такое вот достаточно тяжелое задание. И мы сели на перед. Значит, мы чуть-чуть поможем. Ну и по такой мини-водичке он приезжает дальше. Вот такая вот тут горная дорога. Воу! Смотрите, как тут много воды. Если вы хотите, чтобы я проехал по этой воде, набираем под этим роликом 3 лайка. Ну а пока мы тоже все-таки проедем здесь, но не на фул газе. Да и тем более не по самой воде. Вот здесь вот. Мы как хотели как лучше, а получилось как обычно. Так, давайте заедем вот здесь вот. Вот так вот. Дали газка, вывесили переднее колесо. Еле штампов хватило, чтобы проехать. Тут, как мы можем заметить, уже мягкий такой рыхлый снег. Поможем ему трактора. Ребята, ну а сейчас мы сворачиваем вот тут. Ну и садимся на брюхо, куда же без этого, но с газом мы хоть и приезжаем, но тут садимся на брюхо. Вот мы проехали. Белый гелендваген. Чуть не переворачивается. И он устремляется вперед. Так, не перевернись. Блин. Как вы знаете, именно здесь, на ML, на ВПЛ С24 я гонял. Сейчас будет сбоку ролик, как я тут по грязи разваливаю пацков. Мы застряли, имба. Давай. Ну и едем дальше.
Вот такое с виду маленькое испытание, но из-за песка оно может стать достаточно сильным, но нашему гелику на него пофиг. Все, уехал. А вот здесь реально может быть проблема. Мы сначала поедем по сложному, не получится по сложному, поедем по легкому. Походу не это был сложный, вот это был сложный, где половина это снег. Давай, гелик! Я не туда. Гелик. Ну, все, застряли. Сейчас будем песочить по полной. Заезжаем сюда. Во-во-во. Мягкий водяной песок. Он справляется с ним на изях. Ну что, ребята, супер рыхлый песок. Что же нам нужно сделать? Нужно будет заехать вот сюда. Так что давайте попробуем это сделать. И он-то сделал на изях. Ну а сейчас будет реально очень сложное испытание. Проехать вот такую вот луночку. С виду она маленькая, но она очень. Ну, вы уже заметили. Только с газка. Но на медляке там нечего делать. На медляке бы, знаете, что было бы, еще покажу. Движку бы вот здесь вот. Пришел бы жопник. Жопа бы была бы движку. Хотя сейчас, скорее всего, может быть тоже, но сейчас уже меньше шансов. Бум-бум-бум. Все, уже все не едет. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Вася. Всем пока-пока.